737 готовых специалистов, из них 9 докторов PhD. Третий выпуск студентов Назарбаев университета сегодня получит дипломы об окончании ведущего вуза страны. Ожидается, что в торжественной церемонии примет участие и глава государства. О том, какая атмосфера сейчас царит в кампусах вуза и какие планы у выпускников, расскажет моя коллега Елена Шрайбер. Изначально предполагалось, что церемония вручения дипломов выпускникам Назарбаев университета пройдет на улице. Но у природы, как говорится, свои законы, из-за дождя все перенесли внутрь главного корпуса. Вообще, Назарбаев университет – это первый вуз в Казахстане, который работает по международным академическим стандартам и руководствуется принципами автономности и академической свободы. За 7 лет работы в университете переняли лучшую практику ведущих мировых университетов и внедрили принцип меритократии. Это позволило отобрать самых одаренных студентов со всей страны. На сегодня в университете обучаются 3500 человек, а вот окончат вуз в этом году 737 студентов. Большинство выпускников получат дипломы бакалавра, чуть меньшая часть магистра. Вот самое интересное, что впервые в этом году Назарбаев университет выпускает 9 докторов PhD. И думаю, этим студентам может позавидовать любой квалифицированный специалист. Только представьте, документы об окончании они получат только сегодня, но фактически национальные компании уже давно ведут за ними охоту, и 98% выпускников уже трудоустроены. Кстати, как недавно отметил президент Назарбаев университета Шигео Кацу, нынешние выпускники имеют преимущество перед своими предшественниками, поскольку уже выработана определенная модель поведения студентов университета и остается ей лишь следовать. Напомню, что Назарбаев университет открыли по инициативе главы государства. ВУЗ фактически стал национальным брендом высшего образования в стране. Елена Шрайбер, Ганя Алшынбаев, Хабар 24, Астана.